У нас есть возможность проследить маршрут российского президента от Красной площади к Александровскому саду. Президент сейчас приближается к историческому музею. Обратите внимание, что никто из зрителей сейчас не покидает трибуны на Красной площади. Там все гости остаются. Мая 2015 года. Прямой эфир из самого центра Москвы. Мы слышим, как приветствует российского президента и как он поздравляет всех собравшихся. Кадры сегодняшней трансляции, конечно, передают атмосферу грандиозного праздника. Праздника, пожалуй, главного в нашей стране. Главного не только в смысле его государственности, главного для каждой семьи, кого затронула Великая Отечественная война. За спиной президента сейчас остается Никольская башня Московского Кремля. Он все ближе к Александровскому саду. Президент сейчас идет как раз по тем самым местам, где всего несколько минут назад ехала техника, ехали участники парада, направлявшиеся на Красную площадь. Желтая разметка, вот эта, которая сейчас на ваших экранах, это временная разметка, нанесенная перед 9 мая. Она не только на Красной площади, она заметна была и на Тверской улице, для того, чтобы водителям голых машин было проще ориентироваться, чтобы они держали строй. Они ворота как раз ведущие в Александровский сад.